начинает свое видео, свое, начинает свое новое видео из кабины своего трака. Он у меня, видите, написано tow. Я тяну за собой трейлер. Вот видите? В окошко его видно. Все почему? Потому что мы собираемся переезжать. Мы собираемся переезжать из Техаса. Причины несколько. Во-первых, в основном это погода и условия здесь непосредственно жизни, как бы именно по здоровью. Не то, что здесь очень плохо живется, живется здесь хорошо, нормально, но причин несколько. Основная из этих это то, что жарко до сих пор. Вот смотрите, вышел пройтись, почти стольник уже, уже конец сентября, жара, я сейчас вышел, мне стало плохо. Вот, чуть это самое, в обморок не упал почти что. Вон, пришлось идти вон, покупать себе холодную соду, чтобы больше меня отпоить себя, посидеть в кабине. Вот. Во-вторых, это аллергия. Я не знаю, наверное, сейчас не видно, но я потом покажу. На двери у нас желтый налет. Желтый налет у меня на этой машине. Опять что-то цветет где-то, что-то как-то это. То есть выходишь, дышать становится трудно. Вот у меня дети, старшенький особенно, не очень этим рад. У него нос постоянно заложенный. Вот, поэтому аллергия тоже не очень. Вот, это основной фактор, тоже второй. В-третьих, перенаселенность. Вот, чтобы вы понимали, сюда понаехало столько народу, что сейчас просто едешь в магазин, нужно повернуть, и, короче, не факт, что ты повернешь на первый светофор. Ты можешь стоять и ждать второй светофор, иногда даже на третий поворачиваешь. И это сейчас еще вот только 3:31. Да, а что там будет ближе к 6, к 5, к 6 вечера, это, знаете, вся хайвейна стоит, все фривеи стоят, все даже дальше и больше. Вот, вот это наш трак, большой трак-драйвер приехал, он все нам загрузили, вот, сейчас места не хватило на нем, он поехал, другую машину взял, сейчас разгрузится, приедет, еще какую-то остальную часть заберет оттуда. Вот, сейчас я, значит, аккуратненько развернусь, встану вот здесь возле дома и потом дальше продолжу. Вот у нас приехали ребята, у нас целый день здесь. Сервис за сервисом, то у нас разгрузчики, то подписание документов, то у нас здесь чистить пришли. Сейчас это приехали ребята, Oxy Cleaners, они будут нам чистить сейчас ковер на втором этаже. Потом зайду и сделаю обзор дома. Я приехал, припарковался, вот поставил трак. Трейлер большой, здоровый, на четырех колесах, с тормозами, все как надо. Но даже вот с тормозами, со всем прочим. Короче, надеюсь, что все будет хорошо в дороге. Должно быть, он устойчивый, хороший. Я сейчас покатался, нормально. Доверху забит шмотками, казалось бы, вроде бы чего ж там. Так, ладно, вот наш дом. Вот так вот он выглядит снаружи. Так вот он выглядит снаружи. Что у нас тут? Он двухэтажненький. Вот такое вот деревце у нас здесь. Здесь что-то вроде газоны, я не знаю, как это называется. Flower bed называется по-английски. Такой вот дизайн. Здесь у нас крыша. Крышу мы меняли, новая. Гараж забит вещами еще. Сейчас трак приедет. Второй раз собирать все. Это у нас другой. Другая сторона нашего газона. Знаете, классно, зелено, весело. Но, блин, когда надо все это дело поливать, все вот эти вот травки-шмравки, летом особенно, знаете, это влетает в копеечку. Там сейчас, чтобы полить все это дело нормально, это стоит больших денег. Так, давайте посмотрим на наш бэкьярд. Как видите, задний двор тоже большой достаточно. Это мусорки у нас, ничего интересного. Так, это окно у нас в ванной выходит. Сверху у нас сосны тут везде. Вот. Так вот, продвигаемся, идем аккуратненько. Тут мы посадили, я посадил. Это второй заход уже.
мы посадили в прошлом году, но зима выдалась холодная, и в конечном итоге он, видите, он помер. Вот та часть, которая была не открыта, та, которая была не закрыта, она померла. Та, которая была закрыта, он осталась жить. Я думал, честно говоря, что он полностью помер. А нет, он вот продолжает сейчас радовать глаз. Так. Ну, это наш двор. Двор задний. Вот. Backyard, так скажем. Это вот как выглядит дом с задней стороны. Двухэтажный он у нас. 3000 square foot. Вот у нас тут дек, окошко, стульчик. Вот, видите, крышу поменял, а вот уже опять сосны набросали. Это с соснами, это непрекращающаяся война. Сейчас вот летом ничего здесь нет, а вот начнется зима, осень, до самой весны, каждую неделю приходится убирать вот эти вот опилки. Очень много их. Так, здесь у нас банановые листья растут. Один раз, знаете, это вроде бы банановые листья эти, они не должны давать нам бананов. Но как-то так получилось, что в одну прекрасную зиму, в один прекрасный год, они просто дали нам бананы. Я очень сильно удивился. Так, здесь что-то посажено, техасское растет. Тут у нас ежевика, один куст. Вот. Второй куст. Здесь у нас были розы. Очень много, огромное количество роз. Но они подсохли. Мы, короче, все выдрали. Но, видать, не до конца. Один пробился, вырос. Так, эти розы я сажал сам. Здесь очень хороший участок. Особенно вот сейчас зимой будет. Видите, вода когда идет, она как бы получается как ложбинка. То есть здесь у него всегда есть вода. Несмотря на ту жару, которая у нас все это лето здесь была. Здесь достаточно хорошо ему. Так, ну вот, как бы задняя часть нашего дома. Жарко. Так, кондиционеры, два юнита. На низ и вон тот наверх. Щиток электрический. Вот, соседи. У нас раньше здесь до этого жили европейцы, и они у своего дома посадили вот такую вот стенку из растений. Стенка из растений выросла и как бы загородила нас от других соседей. Здесь у нас за стенкой живут русские. Мы приехали, удивились, что попали именно вот к русским соседям. Ну, вот, вот так вот бывает в жизни. Большие окна у нас. Вот, но они... немножко темная, постоянно из-за того, что у нас здесь крыша вот такая вот. Она как бы загораживает окна. С одной стороны, хорошо, вроде бы прохладно. Свет все равно есть. Но вот как моя супруга говорит, вроде бы недостаточно. Но посмотрим. Это соседи. Здесь у нас живут очень милая семья, техасцы. Так, что могу сказать по дому? Что я делал? Я поменял, как я говорю, я уже поменял крышу, чтобы его продать. Проблем каких-то основных с этим совсем не было. А, да, этот, поливочная система у меня барахлила. Пришлось поменять клапана. Почти что все за все это время, пока я здесь был. Значит, спилил одну сосну. Где-то здесь она росла очень близко к дому. Там корни пускала. Ее приехали, убрали, спилили. Вот. У этой сосны я перерубал корни, которые шли в сторону дома. Вот она в ту сторону начала расти, там бугорок. Ну, вроде бы эти деревья нормально. Вот где стоит горка, вот этот вот домик, там рос дуб. Еще один я его срезал, убрал давно. Вот. Это новое, оно само собой пробилось. Я не знаю, как они пробиваются, откуда. Видите, корни раз и выросло. Я срезал это дерево, оно заново выросло. Я как бы уже уезжаю, то есть с этим бороться я не собираюсь. А так здесь палку воткни, что-то начинает дорасти. Сейчас я закрою. Так, это у нас газовый здесь. Все, как говорится, оригинал от дома. 20 с лишним лет. Так что посмотрим, как оно все будет. Вот эти вот прикольные штучки. То есть, если у вас есть pest control, то они могут прийти и вот сюда по контуру залить жидкость вот в эти штуки.
от термитов, от всяких муравьев, жуков и пауков и прочее. Очень хорошая вещь. Этот уже раза 3-4 умирал цветок, когда холодно было, и все равно как бы вырастает заново. Пока корни целые, то есть поэтому такой маленький. Он был намного больше и сильнее. Это несчастная сосна у нас, тоже что-то заболела в прошлый год. Я ее посадил, она вроде нормально росла, но что-то как-то не так вот с ней. Вот. Как бы пока на данный момент все. Сейчас пойду домой, будем смотреть дом, что у меня там в доме. Пока нормально не получилось проехаться на траке вот с этим грузом. Но ведет он себя хорошо, устойчиво на дороге. Очень много трафика, приходится постоянно тормозить. Ну вот, глядишь, доедем. Нормально, все будет хорошо. Так. Соседи тоже, кстати, дом продают у нас. Вот по соседству. Вон там стоит значок на продажу. Пошли домой. Так, зашли, ровно стоим. Налево у нас здесь зал был большой такой, относительно хороший. Вот окошки видно. Полы у нас не керамические. Ну, керамические, можно сказать, фарфоровой. Керамика с фарфором. Короче, плитка под натуральное дерево или под паркет. Мой офис, где я работал, вот остались еще антенны, надо их убрать. Сейчас ездил, убирал все из дома. Отключил интернет. Вот. Надо было все отвезти, ездил, сейчас отвозил. Так, выход из нашего офиса. Проходим дальше. Так, тут у нас гостевой вход. Темновато, видите, темно. То есть, если свет не включить, в этом месте будет темно. Так, это у нас гостевой туалет. Там делать нечего. Гараж на 2 автомобиля. Но из-за того, что дом был построен в 2001 году, гаражные двери, они небольшие. Сюда вот современные большие автомобили, они не заезжают, не могут заехать. Либо это будет очень и очень близко протираться, когда заезжать. Поэтому мы парковались все снаружи. А так, видите, места вроде бы достаточно полно. Вот. Вроде бы все запихнули, все, что нужно. Сейчас вот это вот осталось. Пошли дальше. Так. Так, сейчас зайдем в зал. Тут у нас кладовая под залом, там коврики чистят. Здесь у нас лестница на второй этаж, я потом пойду. Это зал с огромным потолком. Вот так вот. Ну, видите, как вот, я не знаю, темно вам, не темно. Но при этом, при всем, окна в пол. Вот эту верхнюю часть окон, вот эти вот три части окна верхних я менял. Потому что дом был старенький, и там уже окна начали портиться. Вот. Стекла, вернее. Не сами окна, не сами рамы менял, а менял именно стекла. Вот, поменял стекла. Это и это. Так, это у нас кухня. Здесь у нас был кухонный стол. Здесь лампочка. Выход на террасу. Так, развернемся отсюда. Вот так это выглядит все у нас. На, целый день здесь люди туда-сюда ходят, душно в доме. Мебель всю мы полностью перекрасили. Она была натурального оранжевого дерева цвета. Вот. Видите, лампочки вот эти современные. Мы их... Здесь висел один такой большой гроб, я его называю. Большая коробка ламп с лампочками. Вот, видать, 2001 году это было современно. Пришлось снимать все и переделывать. Сам все сделал. Так, здесь у нас посудомойки. Еще шкафчики.
Это у нас плита кухонная. Здесь у нас свет. Вот. Сегодня пришла эта уборщица, все отмывала, убирала. Вот. Это духовая плита отдельно идет. Это у нас микроволновка, тоже чистая. Ну и шкафчики, шкафчики, шкафчики. Куча шкафчиков. Вот, все отмыто, все оттерто. Здесь стоял холодильник, но по закону подлости он испортился перед самым отъездом. Должен быть холодильник, нету его. Кладовая для хранения продуктов. Вот такие вот полочки здесь. Сейчас свет зажгем. Ну и вот так оно выглядит. Здесь должны быть вентиля для воды. Так, у нас этот закончился. Стиралка закончилась работа. Стиралки мы здесь оставляем. В новом доме у нас будут новые стиралки. И, кстати, новый холодильник. Поэтому не очень-то и жалко, что сломался тот старый. Он у нас лет 10, наверное, уже был. Конечно, жалко, но, в принципе, небольшая потеря. Ну и вот так из этого коридора мы уходим опять в гостиную. Здесь у нас стоял большой длинный стол. Ну, вот его сейчас как бы уже больше нет. Натоптали, что капец. Вот, все тут грязно, все нужно мыть и убирать. Может быть, даже, да. Так. Так, здесь уже было все мыто. Здесь уже все чистое. Здесь висел телевизор, здесь была тумба под телевизор. Тут наверху ничего нет, если кому интересно. До сих пор остались кондиционер, охранная система. Это наша спальня. Большая, огромная. Пол ламинат. Вот я специально так подбирал, чтобы он был, ну, схож с тем, что у нас вот с кафелем есть. Это ламинат. А это вот наша спальня была. Большая, огромная спальня везде. Здесь на стенке телевизор у меня висел, сам прикрепил его. Вот он держался, вроде бы нормально висел. Это вид из окошка. Знаете, классно смотрится, красиво, но когда летом температура выше стольника, выходить туда вообще неохота. Плюс у нас здесь постоянно, из-за того, что у нас вон там дальше, он в тех местах находится, за этими домами, находится лес, заповедник, так скажем. Короче, там несколько лет тому назад нашли заболевание, как я не помню, уже забыл, как правильно будет называться, что-то вирус Нила или как-то еще, как-то так, не лильская какая-то лихорадка, я не помню как точно, короче, какая-то гадость, поэтому всю эту зону опрыскивают, чтобы убивать комары, и вот обычно вот это все тоже дело опрыскивается у нас, и вот попадает к нам тоже, поэтому выходить вообще неохота, вот, особенно летом, вот. В жару. Не, когда жара спала, то нормально, все хорошо, можно выйти. Но опять-таки, да, надо попасть в тот момент, когда они не этот самый, не опрыскивают, чтобы не было комаров. Качельки остаются. Вот. Зимою, из-за того, что температура не падает обычно ниже 50-60, да, до где-то января-февраля, то все это время, вот как они закончили опрыскивать с начала октября, вот считай по январь, там, может быть, середину января, то появляются комары, короче, в этом месте везде. И так дальше уже до того момента, пока они не начнут опять опрыскивать, это где-то летом. Вот. Так что, опять-таки, да, там как бы все классно, хорошо. Да, еще что хотел сказать. Вот это все поливать, да, если не хочешь, чтобы оно у тебя умерло, было зелененько, красиво, нужно поливать водичкой. У меня 6 зон поливки. Везде оно все поливается. Вот тот участок, это вот этот островок отдельно поливается, здесь отдельно поливается, спереди поливается отдельно. Все это как бы стоит, да, недешево. Иногда вот у меня еще прорвало клапана, начало все течь, и я заплатил еще лишних $400 сверху в месяц, потому что у меня прорвало клапан. Я позвонил, говорю, у меня так и так случилось, эта проблема. Они говорят, ну, меньше $1000, поэтому рассматривать даже не будем. Говорит, не критично. Я говорю, ну, как не критично, $400? Говорит, нет. Ну, то есть, если бы было больше, тогда понятно.
ванная. Так, здесь это наши вещи собраны, с вами пойдут. Всем привет. Жара. Хожу в кепке. Иначе голову напекает, а так напекает хотя бы кепочку. Вот, и голова не греется. Вот наша ванная. Вот, здесь мы тоже где-то подкрашивали, подмазывали. Джакузина работает, но мы ее не пользуемся. Это, вот, душевая. Больше всего ею пользуемся. Кстати, вот приходила женщина, она терла все профессионально, все шикарно. Смотрится, здесь туалет. Не надо смотреть, там ничего интересного не бывает. Чистый унитаз и все. Так, это у нас одна раздевалка. Это второй шкаф у нас так называемый. Здесь, в этом месте, у нас находятся все провода, все соединения. Это есть интернет, еще что-то. Вот я вот так сейчас открою. Вот, все на дом. Security через это ведется. Система. Вот так вот, короче, она все в этом месте находится. Розетка. Нафига там розетка? Я так и не разобрался. Для чего она нужна? Непонятно. Так. Так. Пошел я на второй этаж. Иду на второй этаж. Дети загорают. Делать нечего. Сегодня в школе никто не был. Вид сверху. Вид со второго этажа. Вот так вот смотрится все это дело. Так, если зажечь свет, будет вот так вот. Нормально, я всегда вот эту лампочку оставляю включенной, и вот здесь вот такой особенно ночью, полумрак. И вон та часть тоже нормально, хорошо освещается. Так, что тут у нас? Это у нас игровая комната. Здесь, значит, туалет-ванная. Здесь тоже туалет-ванная. Уже все почистили, разобрали, убрали. Туалет, ванная. Вот так это все выглядит. Это была у пацанов туалет, ванная, комната. Так. Это Мишина комната. Здесь. Вот старшего. Здесь все стояло. Вот. Вот сейчас будут ковры мыть, пылесосить. Вот этот чувак, который все трет, он все вот ковры будет убирать. Так. Грузчиков пока нет. Так, что тут дальше у нас? Идем. Это Дочкин. Дочкина комната, значит. Вот здесь. Вид из окна и вид здесь. Оп. Сверху вниз и на соседей. У соседей бассейн, кстати. Во, вот отсюда можно посмотреть. Ну, как-то так. Вот. Собака. Она обычно сюда не заходит, но сегодня можно. Все гуляют. Фу, я деньги ношу. Так, тут комната младшенького. Вот он. Вот так вот комната тоже выглядит с одним окошком. Коридор у нас освещается. Свет. Я тоже везде свет менял. Ставил вот эти LED-лампы везде. Это выход на чердак. Здесь у нас находятся два юнита кондиционера и один отопительный. Вот. Так, теперь вот это вся прелесть наша. Комнатная. Вот. Тут у нас везде мебель стояла. Тут у нас шкафчики. Окошки. Кошки. Ну, вот так вот это выглядит. Тут у нас стоял, значит, тут стояла тумбочка у нас в этом месте. И был телевизор. Здесь детские рисуночки. А тут у нас стоял диванчик. А тут можно хранить все, что хочешь. Ну, вот, в принципе, это и все. Весь тур по нашему дому.
Гата, на улице темно. Мы припарковались в гостинице «Ля Куинта». Гостиница одно название, это мотель. Почему он себя выдавал гостиницу, непонятно. Вот. Еще там что-то $75, по-моему, за него за ночь приходится платить. Короче, такое. Он, наверное, когда-то был лучше. Вот, но сейчас что-то оставляет желать лучшего. Вот. Внутри я не снимал, вот мой трак стоит припаркованный, да. Здесь мы сейчас переночуем и завтра уже отправимся в путь. Мы ехали. После того, как вот вчера, нет, сегодня с утра выехали с Вудландса, ехали нон-стоп. Сейчас мы выехали где-то в 7:30 утра. Сейчас у нас вот 3:20. Можно посчитать, сколько времени мы ехали. 8 часов. Нам еще, наверное, пиликать часа 2 где-то до нашего места. Мы решили заехать, остановиться на так называемом rest area, то есть зона отдыха, специально сделанная вот для дальних поездок. Здесь есть вот такая вот зона, где дети могут побегать, поиграться. Да, хочу сказать, что несмотря на то, что сентябрь сейчас, жара стоит 100 градусов плюс. Здесь есть несколько, значит, парковок. Одна для траков больших, вот, и RV. Но так как у меня небольшой трак, но из-за того, что мы, он тянул за собой вес длинный, вот, поэтому мы встали именно на этой парковке. С другой стороны, вот тут, как говорится, обыкновенная парковка и обыкновенные люди. Сейчас мы пойдем с поля, сходим. Мои уже ушли, мне нужно было минут 10-15 полежать немножко, прийти в себя. Вот сейчас мы это выкинем. Что хочу сказать. Температура сухая. Вот, достаточно. Воздух жаркий. Ветерок обдувает. Вот в тенек сел, хорошо, приятно. На солнышко вышел и уже как бы не совсем хорошо печет. Трак мой показал себя достаточно хорошо. В плане затраты топлива на вес, над которым он тянет. У меня полностью забит багажник, полностью забит трейлер. Плюс у меня еще вот вся семья в грузовике, включая собаку. В общей сложности я не знаю, какой там вес. Да? Но у меня в среднем выходит где-то 15 миль на галлон. Да. Ну, до этого было 16 миль на галлон. Сейчас вот я остановил, выключил. Но я еще минут 10-15 повалялся. То есть он впустую молотил. Может быть, это как-то и повлияло. До этого было 16 миль на галлон. Неплохо пока. С учетом того вот потребления топлива. Сейчас пойдем вовнутрь, посмотрим, что тут у нас внутри. Как это все обустроено и как это все выглядит. Вовнутрь животными нельзя. Написано, ну, конечно, сейчас. Нельзя животных в здание. Только сервис animals. Ну, конечно. В чем разница-то? Здесь у нас вот такое здание. О, я вижу своих. Excuse me. Он играется. Не слышно. Постучал, я потом зайду вовнутрь,
поснимаю. Ну, тут вот собачка другая. Предупреждение, что тут могут быть змеи. На, как говорится, in the middle of nowhere. Посреди ничего. Внутри крытый туалет. Снаружи тоже. И внутри крытый. Так. Тут непонятно, что они делают. Такая вот зона отдыха тут у нас. Средний класс, в принципе. Ну, очень вкусно, что я аккуратно сделал, по сравнению с тем, что мы вчера видели. Шикарно. За весь вчерашний день мы проехали около 11 часов со всеми остановками. Впрочем, мы выехали из нашего Вудландса и доехали до города Амарилла. В городе Амарилла мы остановились в гостинице от Мариотта. Эта гостиница, в принципе, неплохая, как вы сможете посмотреть, получше, чем то, что у нас было в Хьюстоне перед тем, как мы выехали вообще в сторону направления. И, как вы понимаете, 11 часов езды, и мы до сих пор еще в Техасе. И для того, чтобы выехать нам из Техаса, нам потребуется еще около 3 часов до пересечения с границей Нью-Мексико, штата Нью-Мексико. В принципе, погода в Амарилло, когда мы доехали в 6 часов вечера, была прохладная. Было что-то около 65 градусов. Днем температура поднялась не выше 80, так что на севере Техаса, ближе к Нью-Мексике, очень прохладно и приятная температура. Дороги, то тут, то там, пока мы добирались до границы Нью-Мексики, нам встречались вот такие вот маленькие городки в отдалении от больших городов, где всего лишь 3 двора и 5 домов. Очень длинные участки дорог, где не было ничего, просто пустота. Даже было страшно представить, что бы с нами произошло, если бы вдруг в этом месте сломался бы тракт. Но хочу заметить, что покрытие телефонное и интернета было всегда. Ребята, мы едем по дороге 385. Сейчас остановились. Наверное, я сейчас еще долью дизеля немножко. Вот, потому что мы едем по дороге. Вот это первый gas station, который мы встретили. А так там вообще нигде ничего не было. Просто пустая дорога. Красивая, в принципе. Очень разнообразная. Знаете, такие пустынные, такие прерии такие. Очень-очень приятные. Красиво. Вот какой-то Consumers Hardly Texas. Знаете, первый раз выходишь, сразу так, фу, чем воняет. А потом потихонечку привыкаешь. Пахнет удобрениями, фертилайзерами. Знаете, вот прям вот несет натуральным добром. На улице прохладно по сравнению с Хьюстоном. Вот, сейчас мы с утра проснулись, когда выехали из своей гостиницы, было 62 градуса. Видите, дальше тоже ничего нет, дальше пустыня. Туда пустыня и туда пустыня. Здесь какие-то заводы, пару домов. Ну и там где-то что-то, наверное. Ну,
пустыня пустыней. Вот. Короче, выехали. Было 62-65 где-то. Едем вот по этим прериям, по этому всему. Я смотрю, вот эти облака тянутся. И температура хлоп до 56 упала. Вот. Так что сейчас, наверное, заправлюсь немножко и поедем дальше. Ну, так, необычно, самобытно. Я такого раньше никогда еще не видел. Сколько вот не ездил. Очень необычно. Ликер еще не видел. Все это фермерские угодья здесь. Да. Школьный автобус. Я только думал, интересно, где тут школа. Там была школа. Да. Сколько здесь людей, населения. Ну, цены на бензин, особенно дизель, вполне адекватные. Потому что здесь, скорее всего, все ездят на дизеле. Картина везде одна и та же. Везде эти заводы с удобрением. Городишко маленький, называется Texas Line. Это последний город перед тем, как мы въедем в Нью-Мексико. Texas Line, вот он. По-видимому, когда-то этот город, может быть, и был богатым, но на данный момент, когда мы проезжали по главной улице, на тот момент, то большинство зданий, они были потрепаны, старого вида, вот как вы можете сейчас видеть, и большинство из них было закрытое, либо не работающее вообще. А вдоль дорог стояли заводы по производству удобрения, а также поля, фермы и сельские угодья. Не было же.
нигде знака того, что welcome to New Mexico. Все. Все, мы в Нью-Мексико. Прощайте, Хас. Смотрите, поменялся самое время. Time zone. Другой time zone у нас сейчас. Time changed. Да, one hour behind. То есть один час назад. Нью-Мексико. Мы в Нью-Мексико. Нью-Мексико. Мы едем по городу в Нью-Мексико. Только что заправлялись. На улице у нас 71 градус тепла. Ветерок дует. Так прохладненько. Ну, уже чувствуется такой стиль, не техасский. И уже он впереди, видны горы и холмы. Вот сейчас начнется путешествие вверх, не сверх вниз. Тут мы, город достаточно большой, мы едем по городу. 30 миль в час. Вот у них какой-то маркет даже большой. Какие прекрасные виды открываются по дороге Нью-Мексико. На дороге Нью-Мексико. К сожалению, камера не передает всех тех ощущений и полного объемного изображения всей той местности, того ландшафта, который мы наблюдали. После того, как мы выехали из Техаса, особенно когда мы прожили в нем последние 10 лет, и вокруг было кругом зелено, почти что ж джунгли, для нас данная местность была настоящим открытием. Когда едешь, видишь впереди просторы, а на заднем фоне огромные черные горы.
хочу. В целом, после того, как мы выехали из Техаса в 7 часов утра, мы добрались до нашего нового дома в 14 пополудню. В целом, дорога была легкой и нетрудной. Единственный участок дороги, который заставил нас понервничать, был на границе Нью-Мексики и Колорадо. Это был крутой подъем, в среднем 6 градусов по всей длине подъема до границы Колорадо, а это несколько миль. Причем покрытие было с дырами, и этот участок был в ремонте, и поэтому полоса была заужена. Естественно, я его не снимал, так как все свое внимание концентрировал на дороге. Хочу заметить, что в Техасе самые целые дороги, и это большой плюс. Дорогу в Колорадо мы не снимали, так как еще успеем. Ну вот, мы наконец и приехали в наш новый дом. Добирались мы до него 2 дня. Все огромные молодцы, особенно дети. Они стойко принесли переезд. Молодцом оказалась наша собака, которая за время путешествия не причинила нам никаких неудобств. Трак стойко принес 1000-мильное или 1600-километровое путешествие, преодолев огромное расстояние с тяжелым грузом, причем больше по Техасу, в 100+ градусную жару. Ну... А я начинаю новую серию видео уже про Колорадо и не только. Огромное вам спасибо за то, что смотрели это видео и путешествовали с нами. Подписывайтесь. До новых встреч!